Кроссоверы Cherry Tiggo 3 и Tiggo 5 только что покинули российский рынок. Как изящно выразился пресс-офис китайской марки, уступили дорогу молодым. Одним из этих молодых с прошлого года является паркетник Tiggo 7. Вот только и он скоро пересядет на скамейку запасных. Ведь уже этим летом мы увидим кроссовер следующего поколения. Его решили назвать по-китайски вычурно – Tiggo 7 Pro. Машина станет заметно крупнее, радикально сменит имидж, а также обзаведется полностью новым салоном. От старой семерки не останется ровным счетом ничего. И это не слухи или домыслы. В Китае модель справила премьеру около года назад. Сейчас российский офис занят сертификацией новинки, поэтому уже успел подготовить актуальную информацию по поводу силового агрегата. Так, на нашем рынке семерка будет иметь 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью чуть меньше 150 сил. В трансмиссии заявлены вариатор марки Bosch и только передний привод. Измерения показали, что при разгоне до сотни кроссовер готов выезжать из 10 секунд. Еще известно, что двигатель сможет работать на 92-м бензине. Действуя по принципу «не навреди», дистрибьюторы Cherry не хотят убирать обычный Tiggo 7, так что старому и новому поколениям предстоит продаваться параллельно. Осталось только узнать, насколько дороже окажется свежая версия. Вдобавок, Cherry продолжает развивать дочерний бренд Exeed, который вскоре должен выйти на российский рынок. Правда, для нас заготовлено адаптированное составное название Cherry Exeed. Теперь линейку Exeed'ов пополнил 5-метровый кроссовер VX. Впрочем, несмотря на внушительные габариты, в основе большой новинки лежит та же платформа, что и у младшей модели TX. И даже 200-сильный турбомотор объемом 1,6 литра никуда не делся. С ним по-прежнему состыкованы 7-ступенчатый преселектив и передний привод. Впрочем, со временем флагман новой китайской марки получит более солидную агрегатную базу. Так, уже обещаны 2-литровый двигатель и полный привод. В Китае большой премиальный Exeed выйдет осенью, но уже сейчас публику завлекают богатым оснащением и свежей мультимедийной начинкой.